Между умными и глупыми людьми есть существенная разница. Родившись на свет, человек не может жить, не увлекаясь интересными вещами. Дни увлечений и поисков остаются в памяти самыми светлыми днями его жизни. Это цитата из 15-го слова назидания великого казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева. Полный текст размещен на первом так называемом литературном остановочном павильоне. Причем размещен на трех языках. Эта остановка реализуется в рамках программы «Рухани Жангыру» через Союз молодежных и детских организаций Карагандинской области. Главная цель – популяризация творчества и знакомство со словами назидания великого казахского поэта и мыслителя Абая среди населения. Стоит отметить, что на павильоне по обеим сторонам от текста Абая расположены произведения Касыма Аманжолова, Мукагалима Катаева и Султан Махмута Турайгырова, посвященные творчеству Абая и городу Караганде. Это очень хорошая идея, очень интересно и полезно, особенно для подрастающего поколения. Думаю, что это правильное начало. Власти заявляют, что остановка подсвечена в ночное время и покрыта антивандальным оргстеклом. Содержание текстов планируется периодически менять. На них также будут размещены произведения карагандинских авторов. Если данный проект соберет хорошие отзывы, такие остановки появятся и в других районах города. Вторую литературную остановку планируют разместить на улице Муканова в районе автостанции. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.